Рад приветствовать вас снова в школе искусства вождения «Соколов Драйв». Сегодня занятие нового формата, я сам не планировал его сначала. И сегодня вообще не собирался ничего записывать, но новая рубрика «Ответ на телеграмму-молнию». Ту-ту-ту-туф. Ответы на ваши вопросы, которые приходят. Постойте! Стойте! Вы ко мне? Не надо кричать, эй, профессор Соколов. А имя ваше? Зовут как? А зачем я вам понадобился? Да это главное, что понадобился. Я хотела... Мне надо вам... Благодарю. Вопрос был задан письменно пользователем, которого зовут Вильям Шекс. Вот сразу хочу сказать, что мне очень-очень нравится ваша драматургия. Мне кажется, она переживет века. Вопрос такой. Здравствуйте, Дмитрий. Возник такой вопрос по левой ноге, которая работает со сцеплением. Я правильно понял из ваших видео, работает сустав колена и бедра, а стопа не идет на изгиб. Недавно пересел на механику, так не всегда плавно трогаюсь. Стопа начинает играть и дергается автомобиль. Так, объяснять это все письменно долго, утомительно и непонятно, поэтому и записываем сегодняшний ответ. Первое. Нет, вы неправильно поняли. Нигде в моих видео, конечно, такого нельзя было увидеть. Но дело на самом деле не только в этом. Дело в том, что если вы вообще вы занимаетесь саморазвитием по самоучителю, вот по каким-то видео, даже если наставник говорит верные вещи, нужно все проверять своим здравым смыслом, логикой. Вы должны понимать, почему это правильно. Это даже касается не того, что вам говорят что-то неправильно, хотя и такое бывает. Это касается того, что в большинстве случаев, на самом деле, честно говоря, в 90% случаев самоучители и обучающие видео понимаются неправильно. Поэтому я, в общем-то, и объясняю все настолько подробно, поэтому ролики такие долгие, поэтому я не ограничиваюсь тем, что делайте так и все. Это мне очень хочется, чтобы вы поняли, почему надо делать так или иначе. И не потому, что мне хочется загрузить ваши мозги, а просто потому, что если вы понимаете, что вы делаете, то вы повышаете свой шанс на то, что вы, в общем-то, поняли правильно, а не превратно то, что вам сказали, то, что вы прочитали или то, что вы увидели в видео. Вообще говоря, смотреть за работой двигательного аппарата довольно сложно. И до тех пор, пока вы сами не понимаете правильной картины, к сожалению, то есть пока вы понимаете что-то неправильно, увидеть правильные движения непросто, практически невозможно. Поэтому учителя, допустим, скрипки, скрипачи, часто просто используют самого себя, свое тело, чтобы показать ученику, как должно ощущаться движение. То есть учитель играет, а ученик кладет свою руку сверху на его руку и может начать чувствовать то, как должно ощущаться движение, в данном случае правой рукой смычком. Точно то же самое и здесь. Что-то можно поправить на очных занятиях, на своих индивидуальных размышлениях. Вы предоставлены самому себе и очень легко заблудиться. Вот, поэтому хотя бы задавайте себе вопросы «почему?», «почему?», «почему?». Нет, на самом деле... Не только я этого не говорил, не только я этого не показывал, но и блокировать вообще какой-либо сустав, в данном случае вы говорите о стопе, это противоестественно, это противоречит всем принципам эргономики, это разрушает гармонию работы вашего тела. Человек спроектирован в процессе
своего рождения и эволюции невероятно рационально. На самом деле ваша задача не мешать телу работать. Любые представления, которые возникли у вас в голове на основе каких-то высоконаучных писанин или объяснений, они никогда не должны противоречить естественности и простоте. Они должны ее подкреплять. Собственно говоря, если вы видели видео про посадку за рулем, где 15 минут я рассказываю об этом, о том, как работают преимущественно руки, немного ноги, я объясняю, почему, и привожу простые примеры из того, что рука, допустим, лежащая на руле, она должна занимать естественное, самое простое положение, которое вы можете найти при любом естественном действии, когда человек об этом не думает, когда он берет стакан воды, пьет, вот этот угол руки, который обеспечивает максимальную эффективность. Когда то же самое человек пишет мелом, все то же самое. Если вы начинаете что-то блокировать, значит, вы вторгаетесь в этот процесс. Ничего не должно блокироваться, ничего не должно быть противоестественно, не должно быть никаких форсированных позиций. Яник Васильевич, не позволяйте ей форсировать звук. Что ты надрываешься? Если вы загоняете себя в какую-то форсированную позицию, потому что вам показалось, что вам кто-то сказал, что это правильно, это неправильно. Этого быть не должно. Ничего не должно болеть. Откройте! Откройте! Бурлакова! Откройте немедленно! Что здесь происходит? Куда? Что вы здесь делаете? Я иду по коридору. Вижу свободную аудиторию. Ну, да я не могу позвонить другу. Дёрг, а что? Я говорю, иду я по коридору. Вон! Чё? Как вы сказали? Вон! Из института вон! Врачу скорее! Ничего не должно фиксироваться. Фиксация какого бы то ни было сустава, она вообще лишает... допустим, вы блокируете... Ну, буду показывать на руке вашу ногу. Допустим, вы блокируете стопу, да? Во-первых, вы здесь, если вы ее блокируете, у вас напряжены все мышцы, которые идут вот отсюда. То есть вы на самом деле мешаете работать руке целиком от плеча. Дальше. Любые зажатые мышцы лишают ту область, где они зажаты, чувствительности. Одно дело, вы чувствуете что-то пальчиками, другое дело, если вы вот так вот напрягли руку, и теперь попробуйте что-нибудь там почувствовать, какие-то мелкие дрожания, что у вас все напряжено. Вы ничего не чувствуете, кроме безумного напряжения. Кроме того, мышцы бедра, стопы, ну, грубо говоря, вот здесь у нас всякие бицепсы, здесь я не знаю, кстати, как называются мышцы, которые идут на лучезапястный сустав. Ну, фактически это аналог, вот здесь вот у нас аналог мышц бедра. Вообще говоря, это самые сильные мышцы, которые есть в организме человека. Ноги! Это то, чем мы прыгаем, это то, чем мы бьем неприятелю пендель. Это то, чем тяжелоатлеты, я не очень разбираюсь в тяжелой атлетике, насколько я вижу, они поднимают свою тяжесть там, в рывке или в жиме, уже не знаю, когда они встают с приседа, они используют именно не мышцы спины, они используют мышцы бедра, потому что это самое сильное, что есть в человеке. Оборотная сторона того, что это самое сильное, это самая грубая мышца. Она работает на рывок, на прыжок, на толчок, на поддержание тела. Естественно, что когда она развивает такие безумные совершенно усилия, она и наименее подконтрольна с точки зрения точности движений. Нельзя ожидать точности движения. Вы попробуйте написать что-нибудь на песке не пальцами ноги, а коленкой, двигая только бедром. Бедро не рассчитано на тонкую работу. Вместе вот это все, то есть это ваша нога, мы сейчас рассматриваем, ну, я удобнее показывать руку, но, в общем, имейте в виду, что это нога. Вот этот отдел, он занимается тем, чтобы вашу кисть, то, что у вас тонкое, доставить
в нужную точку, где она осуществляет свои тончайшие манипуляции. Попробуйте писать, зафиксировав кисть. Вот, пользуюсь вот бицепсами. И посмотрите, что у вас получится. Ну, это же невозможно. Для того, чтобы делать тонкие движения, тонкие мышцы в кисти, то же самое в стопе. Вы ногу доставляете бедром и голенью в нужное место. Тонкие манипуляции, а отпускание сцепления – это очень тонкая манипуляция. У вас, чтобы машина не дергалась, это делает человек легко и естественно, это доступно любому, но тем не менее, если это начать там разбирать как-то, это очень-очень маленькие перемещения. И естественно, что для того, чтобы их обеспечить, нога должна работать именно стопой. Более того, если вы посмотрите на блоки педальные, которые предназначены не для того, чтобы сделать их дешевыми, а для того, чтобы их сделать максимально удобными для гоночной езды, вы всегда увидите там только напольные педали. И у них упор. То есть вы упираетесь пяткой в упор, и это сделано для того, чтобы ваши сильные мышцы ноги, бедра и голени, они уже даже не участвовали в фиксации ноги в нужном положении, как это происходит в случае с подвесными педалями. Нога уперта. И как раз все движения осуществляются только стопой, которую вы фиксировали. У вас все наоборот, сударь. Более того, стопа продолжается вот этим вот отделом, где крепятся пятки. На ноге. И дальше вы работаете с педалью этим, и поверьте, что когда вам в гонках нужно, высунув язык, пройти серию поворотов флюкплац на 185, а не на 183, точно дозируя газ, вы там не только что вот этой областью, вы там кончиками пальцев начинаете уже дожимать эту педаль, потому что это обеспечивает максимальную точность и максимальную чувствительность. По этой же причине гоночная обувь имеет тонкую подошву, чтобы ваша стопа, которая должна играть, ощущала педаль точно и играла свободно. Это искусство. И оно, собственно говоря, искусство драйва. Драйв – это игра. Обязательно движения должны быть естественными, они должны быть в радость, как в танце. Они должны быть в ритме. И ни о какой фиксации, ничего, никогда не может идти и речи. Фактически, зафиксируя что-то, а, да, конечно, можно зафиксировать и... Пошевели пальчиками. Нет, не этим, вот этим. Да, конечно, можно выдавливать педали, что-то там заблокировав ноге. Но зачем? Зачем давить педали гипсом? Что такое? Пожалуйста, что такое? Мы вам аккуратно вот снимем гипс. Это безобразие, это хамство. Я прошу вас сесть. Это нарушение всех международных правил. Это же неудобно. Если у вас есть прекрасная, тонкая ступня, которая может как раз отпускать педаль настолько тонко, насколько нужно. Дальше. Что бы вы там не посмотрели про эргономику, что бы вы там не напридумывали сами, что в данном случае имеет место, всегда самое главное, все, что, чем заканчивается, это результат. То есть в данном случае вы должны ощущать очень хорошо педаль сцепления, чтобы машина не дергалась. На самом деле, очень много есть людей, которые едут быстро и делают что-то с точки зрения эргономики неправильно, но результат их превосходен. Посмотрите, как рулит Жан Раньотти, который дублировал Моралеса Даниэля при съемках фильма «Такси». Он рулит чудовищно неправильно, но едет при этом быстро. И это ему не мешает. Точно так же и у вас. Главное, чтобы машина не дергалась. Поэтому вы, конечно, должны искать свой способ чувствовать педаль правильно, вот это,
критерий. Если вы чувствуете, как смыкаются диски сцепления, если вы чувствуете, есть ли там какой-то мусор между дисками и сцеплением, то, наверное, у вас нога работает хорошо. Если вы не чувствуете, машина дергается, не надо пытаться форсировать это, не надо пытаться делать по-старому, пытаясь получить новый результат. Нет, не то. Вот. Для чего такое долгое объяснение? Для того, чтобы вы не делали дальнейших ошибок. Все должно быть естественно, все должно быть проверено на целесообразность, на здравый смысл, на соответствие простым сигналам от вашего тела. Если у вас что-то не получается, не получается легко. На самом деле, человек, к сожалению, потому что он очень много думает, в отличие от кошек, которая спит у меня на диване. Вот ей ничего не надо объяснять, у нее всегда все расслаблено, и всегда она делает все правильно с точки зрения эргономики. Человек, к сожалению, слишком много думает, и поэтому приходится иногда вот объяснять такие вещи, чтобы человека просто вернуть в лоно природы, на самом деле, но не более того. А в лоне природы никогда ничего не блокируется, никаких суставов. Итак, первое. Используйте тело по назначению. Сильные мышцы для больших перемещений, менее сильные для менее больших и более точных перемещений, тоненькие мышцы для тонких манипуляций. И если вы просто не будете об этом думать, как сороконожка, которая думает про 39-ю ногу и начинает спотыкаться, все у вас заработает как надо. Главное, нужно расслабиться и не нужно делать характерных ошибок. То есть, ну, допустим, у людей часто нога, когда они не оперируют педалью сцепления, чаще всего она болтается где-то в воздухе, вместо того, чтобы быть на площадке отдыха. Это неправильно, это надо исправить. Но опять же, ей там просто удобнее держать ногу на весу или там постоянно ощупывать где-то пол ей. Это просто очень неудобно. Если вы привыкнете ее ставить на удобное место, это будет прекрасно, и это будет естественно. И это моментально станет привычкой именно по той причине, что это работает. Если же что-то неудобно, наверняка вы поняли, что это не так. Собственно говоря, если говорить об операции правой ногой, там не то, что ступня работает. Она там, когда вы перегазовываете, она срабатывает там и пальцы, и мысок, и она нагибается, и она вся еще и, собственно говоря, должна, конечно, работать очень точно, потому что она одной своей стороной она контролирует тормоз, и, заметьте, чувствует, что там происходит в колодках и что происходит в пятне контакта шины, при этом она еще до нужных оборотов разгоняет двигатель. Тем не менее, вот приходится, и от этого испытываешь настоящее удовольствие. Кажется, что все это очень сложно, на самом деле легко, можно быстро научиться это делать. Условно быстро. Но, тем не менее, достаточно быстро по сравнению с игрой на скрипке. И, естественно, ваши ноги должны быть максимально свободны, максимально раскованы, максимально чувствительны. И тогда все будет получаться. Итак, ориентируйтесь на результат. Не загоняйте тело в какие-то странные позы и какие-то странные заблокированные состояния. И проверяйте все на то, что вы понимаете. Если вы что-то корректируете сознанием, вы понимаете, зачем вы это делаете, как это должно работать. Вот. Это основные принципы. На сегодня все. Молния получилась не слишком быстрой, но я не планировал сегодняшнее видео. До следующих встреч на канале.